Приветствую на канале Asmodee Play. Мы продолжаем играть GTA 5. Так, давайте посмотрим за этого маньячину. Так, по пути. Для начала мы заедем в оружейный. Закупимся тем необходимым. Броня, взрывчатка нужна. Выходь, я сказал. Так. That's you all done. Патрон есть. I thought firearms were supposed to be recession proof. Патроны. But I've been hit pretty hard. Есть. That gun won't let you down. Вот это прокачанное оружие у меня. 10 из 10 доступных. Так, это все у меня есть. Apologies, I'm still waiting on a new delivery of those. I don't have any of those in stock right now. Они, что я пока не могу купить, ладно. А это у меня уже есть. Quiet, but все. Ладно. Извини. Да, какое мне надо? Вот я подъему. Anything I don't know about Sandy Shores ain't worth nothing. Все. Пойдем. Да, конечно. Ой, только не говори, что мне на самолете надо лететь. Ну-ка, давайте посмотрим. Все, понял. Да, интересный эпизод меня ожидает. Пока. Иди сюда. Давай, говори. Я пытался, Тревор. Я пытался. Они здесь и ждут тебя. Эти байкеры, после того, как ты убил их, разнесли хату. Ну что ж, надо мстить. Но самое что, статуэтку вот, переживает больше, чем за всю остальную хату. Заметьте, человек деловой, ну из деловых, живет в трейлере, он занимается всем подряд. Оружие, наркотики, хрень его знает, что еще. Ну ничего, мы отомстим. Подожди, сейчас по мордам у меня. А, нет, другому-то брату. Или ему, или потом. Железо понацепил. Find out who did that fucking robbery, all right? If Michael Townley lives there, or anyone matching his description, I'm gonna kill you and your fucking cousin. Давай, старикан. Am I being clear now? Yes. Я понятно выражаюсь, да, Тревор? Thank you. Спасибо, Уэйд. Now smile. А теперь улыбнись. Yeah. Right? That's better. Так намного лучше. Ну, Али, хорошо. Now, Ron. Ну что, Рон? Shall we go? Не пора ли и нам? I cannot believe that they fucking destroyed my statue. Поверить не могу, что они разбили мою старую статуэтку. Какая охренительная наглость. I gotta make a stop at Ammunition. You're meeting me at the Lost MC's airfield. Поехали. На. I'll come in your ear when I get a hold of you. Oh, what are you buying at the gun
Что ты хочешь купить, чтобы помощнее? They say they support local business. Well, we're about to find out. Вот сейчас у меня, да, винтовочка-то будет на продажу. Давай. Кстати, потом будет винтовка со скользящим затвором. How you feel about brand synergy, huh? That's the right place. Что мне надо? She'll do nicely. Now I need a scope and a suppressor. It'll be quiet as a mouse. Глушитель. Так, улучшить прицел. Get that look off your face. Так, гравировка по дереву мне не нужна. Ну, патронов мне хватает. Потом, если что, купим другую винтовку и магазин к ней. Давай, садись. Погнали. Нас ждут великие дела. Run! Run! I got the gun. Meet me at the water tower just north of the airfield. Все дела только ночью. Of course there are. Two planes are touching down at the field on a weapons run. We're gonna wait till the right time and appropriate. А что, пока я там был, ты уже сюда приехал? We are. I'm up here. Ах ты козлина. Ничего, поезд. Так, заберитесь на водонапорную башню. Забрался. Давай. Сейчас немножко отстрел произведем. Enough waiting. This is your moment, Ronald. Whenever you get a doubt in your mind, I want you to remember that I'm watching you through the scope of a high-powered rifle. Right, Trevor. Right, right. Давай. Now, right, right. Я тебе дам right, right. The ATV can only take you so far. Park it and don't let them spot you. Can you see me, Trevor? Конечно. Вот он. You wouldn't believe this, Ron. One of these assholes is having a seizure or something. Да я вижу тебя. Ганшут, не стреляй. Да, конечно, вижу. Well, get a move on. Да ничего, тебе еще специально увеличить надо. Он уже вышел. Guard by the tower, taken care of. Так. Keep moving. Make yourself useful. You want me to shoot you in the behind? Hurry up, will ya? Так. Давай. Сейчас машина приедет. Надо подождать, когда он выйдет. Не волнуйся, так я расстрелял прожекторы. Господи, смотрите, как засоряет. Пылит. Господи. Не пыли, пехота. Так, это максимум увеличения. Так, в машине его только не гасите, а то он на руль упадет и бииииит будет. Здесь вся провалена. Ждите, когда этот чепушило выйдет. Он ему звонит. Вот так. Сейчас мы. So long, sailor. Oh no! Bottom of the tower. Another guy's on his way. He's down there. Так, пока нормально идем. Все. Can you get your sights back on me? Come on, man. Так. Please just cover me. I got you in my sights, so get a move on. Баку и прикрепи к нему взрывчатку, давай, бегом. I can't. There's someone coming. Не могу, кто-то выходит. I can hear him at that far door. Так, а вот здесь надо быть аккуратненьким.
орехи отстрелили. Вот так. Давай. Вот такой мини-теракт. Не дай им подобраться ко мне, ладно. Ой, господи, а мы же еще полетим, да? Подожди, вот так. Сейчас, минутку. Вот так. Всех. Ты не говоришь, что мы в самолете реально надо будет лететь. Где-то. Так. I don't see none of the guys who came to your trailer here. One dead biker is as good as another. I hope there's enough of these guns to go around. Тихо. На. Да ё-моё. Конечно, поехали. Подвиньте, только не попади. Все идет по плану. Да. Все, все. Твою ж мать, надо на самолете будет лететь. Готовимся, что? Все, я слазю. По-другому никак не завершить эти миссии, нахрен. Так. Ну, чтобы так. А потом пять на цифре пересели. Вот так. Well, the man on my wing presents no immediate danger. I'll do my best to oblige you. Давай, лети.
Сейчас он быстрее получится. Сам слетел. А в прошлый раз я его стряхивал. Так, почему мы снова летим? Да потому что... купил себе за донаты быстрый диск, пока с этими переустановками установками делал. Вот. Так и получилось, что дальше я записывал, думал записываться, а нифига. Планирование прошло не по плану. Давай. За каким хреном он там летит он? Я не буду так рисковать. Не настолько я хорошо летаю. Давай. That's him. Let's do it. Вот так вот. Military base coming up. Fly low. We don't want to show on their radar. Ну, кстати, у меня сейчас получается гораздо лучше, узнаю, как этой хрень теперь управлять. Так что. Так, какую тут надо будет нажать? А он сам. Successfully delivered, Ron. Now remember, if you beat me to the airstrip, I'll butcher your carcass and wrap you in cheesecloth. We're gonna make some coin from that hard boss. TP Enterprises are raising guidance, and the lost MC are posting unexpectedly soft projections for the coming quarter. Уверен, вертолет такая же хрень по управлению. Так, сносит, блин, справа. Давай. За горами, за долами, вот мы так пролетели. Будет приземляться там. Пока вроде правильно. Guy in the boat is Oscar Guzman. He's in with the cartels. If there's a market, this could be a way to expand the business. Like I hadn't thought of that. We might be able to buy into Oscar's thing, but leave that to me, Ron. I'm sorry to ask this. Как я понимаю, вот она полоса. Так. Затаскиваем в ангар. С первого раза получилось. Вот так. С первого раза. I think that was adequate restitution for my impotent rage statue. Достаточно красиво отомстили, ладно? Это была понтовая статуя, понтовая фигура из дешевого пластика. Но духовную ценность деньгами не измеришь. Правильно. Это к тому, что, может, ты хочешь оказаться от своей доли, чтобы облегчить мои страдания. Хочу? То есть, да, конечно, хочу. Ладно, хватит об этом, Рон. У нас еще много заказов. Тем, кто живет к югу от Большого Забора, больше всего нужны стволы. Тревор Филлипс Индустриз. Профессионалы, административные инновации, победители, все так. А теперь уйди, я буду медитировать или мастурбировать. Что, собственно, одно и то же. Ну, не важно. Так, давайте купим для начала ангар.
Это будет наш ангар. Ну-ка, тихо там. Так, ну это мы понимаем. При приобретении, что только некоторые мы можем купить любыми игроками, а некоторые мы можем купить только персональными игроками. Вот, играет только за определенных персонажей. Итак, вот, купив этот ангар, мы сможем это контрабанду, конечно, перевозить, но... В машину не садитесь, а это... Все. Мы купили ангар, теперь он наш. Привет, Оскар, как дела? Тут все на мази, брат. На юге. Какое творится такое? Вот только так. Оружие мексиканцев. Так, если вы сядете в этот байк, который там стоял за ангаром, то вам придется выполнять миссию. Там на 5 косарей, по-моему. Свобода, которую мы дарим. Ты американец? Никогда бы не подумал. Ладно, мы на этом деле оба наваримся. Правда, повернуть это дело, чтобы держать рынок там, нужно контролировать поставки здесь. У нас есть пара контрактов с местными, самолетно-пичканных грузов. Доставь пару посылок и возвращайся сюда. Говоря, в Америке производственный кризис. Но у нас с тобой экспорт налажен. Хорошо. Я буду на связи, парень. Так, давайте, во-первых, сохраним наш летательный процесс. Да, блин, да мы уже поняли. 5000 по наземному, 7000 за воздушную перевозку. В бак, чтобы до дома доехать, даже не садитесь. До дома не доедете, нахрен, сразу за миссию потянут. Вы приобрели недвижимость. Сохранить. Вот так. Вот здесь сохраню. Так, теперь давайте вот в этот самолет если сяду. Мы за этой лужей сядем. Ё-моё! Мёртв! А вот где я окажусь? Только не у ангара. Только не у ангара. Нет, не у ангара, но тоже далеко. Минус 5000, ё-моё. Вот тебе и воскрес, нахрен. Вот тебе и раз, два, три. Так, а где машина-то? Мне нужен автомобиль. Так, где у меня карта? А где я? Машина позади меня. Правильно, значит, я бегу. Так. А, так вот дом-то недалеко, оказывается. Так, что я хочу? Я хочу зайти в оружейню. Заткнись. Он мне сейчас необходим. Поехали.
Вон 5000 местных. Так, дополнительные миссии я пока не бегу, не нужны. Неизвестно, на что еще нарвусь. Так. Забегаем. Берем бронежилет. What? Forget it. Just don't break anything or hurt me. The cheek of it. Maybe I'll pay, maybe I won't. Сюда. We're two local businesses supporting each other, Melvin. I don't have to shop here. All the disreputable people smuggling guns into the country these days. Just be grateful for my patronage. Так, of course. Sorry, Trevor. I hate my life. You know things are bad when Ma turns you down for здесь a date. У нас что? Да, нормально. Just please do not use it on me. Particularly effective on bikers, I've heard. Гравировка по дереву не нужна. А, ой, нет. Нет, не доступен. Распродано, ладно. Едем на миссию. Ой-ой-ой-ой. Так. Как далеко мне ехать? Карту прокладываем. Я почти там. Так. Под поезд не попадем, нет? Ну и славненько. Это мои дома, как я понимаю. Взлёт на площадке или что-то. Ну это моё. Ладно. А, сейчас к азиатам пойду. Точно, точно. А они там жрут. Уоллес, ты реально тупая, безмозглая деревенщина. Это ты права. Чен, буквоед, давайте и выйдем, обсудим. Ну же, скорее. Джентльмены, по-моему, я доказал, что моя организация может заниматься большими партиями. Большими партиями. Я доказал также, что моя организация надежный поставщик. Так или нет? В общем, мы будем действовать вместе. А теперь угостите меня колесами. Боюсь, что мы хотим выбрать другое направление. Что? Мы хотим рассмотреть другие возможности. Эй, большой псих, сумасшедший, хочешь пассаж? Заткнись, мать твою. Наш босс-отец, мистер Чена, желает большего. Мы хотим перевозить наркотики и, возможно, оружие. Это же цель всей моей жизни. Я же с детства об этом мечтал. Знаете, я всегда хотел быть международным наркодилером и торговцем оружием. Ну вот я и умоляю вас, дайте мне шанс. Мне очень жаль. Тебе жаль? Тебе жаль, мать твою? Я только что сам сраную душу открыл вам, а ты говоришь мне жаль? Пристрели. С кем вы работаете? С кем, а? Я не могу сказать. А нет, нет, ты можешь, ты должен. С кем? С кем? С кем? Разбей ему нахуй голову. С братьями Анил. С Анил, да. Издеваешься? Нет? Так вот, насчет братьев Анил. Мне тут сорока на хвосте принесла, что у них небольшая проблемка, что они срослись с кем-то. Да пошли все в жопу. И вы все пошли. Кого должен любить черт? Всех. Сейчас мы навестим. Сейчас мы братьев навестим. Навестим.
пулями мы угостим. Угостим. Сейчас мы братьев навестим. Пулями их угостим. Сейчас мы братьев навестим. Ох, давай. На ту сторону лужи. А поезд едет. Кстати, вот эти бум взорвать, если будет вообще погиб. Грандиозный будет теракт. Ой-ой-ой-ой. Ну давай. Тревор Филлипс! Ой, нет. Так, внизу сами читать. Я не могу ехать и читать. За рулем трубки не берем. Это только бизнес. Ничего не знаю. Это только бизнес. Не обижай нас, пожалуйста. Нет, мать вашу, я вам все бошки поотрываю. Я злой и страшный серый волк. Я хорошо там знаю, Том. Например, так-то будет. You got what I've done! Господи. All of you are going to die! Ой, я в прошлый раз днем приезжал. А сейчас уже вечер, можно сказать, ночь. Так. Займите позицию на холме. Ну, может, сейчас в день опять переквалифицируется. Нет, так и будет вечер. Ночкой темною. Да. Ну, в кого ты можешь попасть, если ты в банку-то с двух шагов попасть не можешь? Я только что говорил, так он едет сюда, Тревор, псих. Живо дуйте в лабораторию и займите оборону. Надеюсь, эти идиоты его задержат. Давай. Поехали на встречу с китайцем. Уезжай. But I'll kill the lot of you. Что тишина-то такая? И никого нету. А я баки раньше взрывал из-за этого, может, они выбегали. Ладно. Успокойтесь, ребятушки. Опустите свои пушки. Так, это что у меня? Давай вот так. Так, сейчас я баки-то не взрываю. Опа. Патроны собрал. Где ты? Dimwit shithead. Hey, fuck you. Go home. Come on, man. You get out this property. Так. You motherfucker. Вы все внизу, это уже хорошо. Fuck Trevor Phillips, man. Fuck him. Ass face.
Давай. Господи, все внизу-то пошутились. Так. Куда? He ain't taking our. Jesus, are you trying to get shot? Yeah. Hey, back to your fucking trailer. How about a murder, you prick? Yes, Andrew. Is someone gonna help me? You in our house now. Yeah. Let's see if we can't cut you down to size. We got a leader, motherfucker. Ой, ой, ой. It's over! Все кончено, что все кончено? Господи, куда ты с таким жирное тело тут потащил? На. Так, ладно. He can't come down here! Stop him! Oh, shit! He's down here! Don't! Так. Здесь самое главное в эту канистру не стрелять. Потому well, что... look at this! От нее сейчас все зависит. Come on! Стрельните, и вы проиграли. Здесь надо именно сжечь. Мы сейчас и пойдем по этой траектории. Сожжем тут все. You asked for this, assholes. Здесь уже побольше набрызгаем. Дом старый. Все сгорит. Так. Smell those fumes. Yeah, you've only yourself. Бензин нюхайте. Бездомная канистра-то. Лей сколько хочешь. Лей. Лей, не жалей. Так. Вот так. Отходим. Burn, you disrespectful pricks! Давай. Бум. Правда, что тут взрывается, я не знаю. Не наркоторговец. Я уже на мотоцикле был. На квадроцикле, точнее. Не надо этот понтовый жест устраивать. Сюда едем. Да ё-моё. А куда моя машина делась? Что-то я не понял, а что случилось-то? Что меня так выкинуло-то? Опрокинуло. А, да? Пойдите подальше от фирмы. Задание выполнено. Так. Вот так. Поехали. Только куда ехать-то? Мне надо... Так, это что это у меня? Собственность моя уже. Так, это у меня уже собственность. Ладно.
койота сбил. You're never gonna win that, little guy. А, нечего под ногами путаться. Че, лодку тащит? Давай. Господи, совсем страшный парень. Ночью на такой скорости, по такой дороге, на таком сраном мотоцикле. Да. Безумство и отвага творят чудеса. Сейчас прикольно будет еще. Надо будет минировать поселок. О, сейчас он его репу-то разобьет. Get back here. Иди сюда. You're not even hidden. Ты ведь даже не прячешься. Have you got it? Ну что, дело сделано. I've been trying, я старался, Тревор. I've been trying. Старался. Come on over here, подойди right? сюда, ладно. Бить не буду. I've been trying. Я старался. I know. И знаю, знаю. На! Вот так, говню. Ты же сказал, что бить не будешь. А ты сказал, что найдешь гребаного Майкла Таунли. В Лос-Антосе два Майкла Таунли. Одному 83 года, а второй в детский сад ходит. Я попросил воспитательницу позвать его к телефону на всякий случай. Но она пригрозила, что вызовет полицию. Но я же не педофил. Тревор, заткнись. Так. Что еще? Я посмотрел всю телефонную книгу. Я нашел какого-то Майкла де Санта. Возраст примерно тот же. Женат, двое детей. Как зовут жену? Аманда. Аманда? Да, дебил ты. Гений, иди сюда. Дай руку. На. Никогда не скрывай от меня то, что я хочу знать. Извини, Тревор. Рон, ублюдок мелкий. Бегом сюда. Едем в Лос-Сантос. Правда? Нет. Мы с... А я? Ты исполнительный директор Тревор Филлипс Энтерпрайзес. Найди нам какое-нибудь дело, чтобы мы могли заработать. И наведи тут порядок. Я сяду за руль. Если мне станет скучно, сможешь мне помочь. Шучу. А, не помочь, а другое было. Ну ладно, тут у меня дочь все-таки, не надо такие слова по ней говорить. Так, это еще не дай бог. Так, доберитесь до трейлерного парка. Так. Так, необходимо транспортное средство с большим количеством мест. Вот так вот. Да уйди оттуда. Не понял. На. Сядем в машину. Поедем. Ночь, гроза, молния, вау, фильмы для ужасов можно снимать. Типа Ворон там, фильм ужасов. Фредди Крюгер, именно в такую зловещую ночь, когда шел дождь, люди совершили убийство. Никто не подозревал их. Для начала бронежилет всегда покупаем. А вот теперь вот этот. А времени недоступно. Парашют недоступен. Вот что нам надо.
Ладно. Поехали. Нас ждут великие дела. Садись. Where are your people at in Los Santos? You check my cousin there, Chloe. He's bunked in with his girlfriend someplace called Fuji Beach. So, what's he got? Family's important, Wade. Not as important as the man that's employed you, mentored you, and fed you amphetamines this last year, but it's important. We gotta pay this cousin a visit. I ain't seeing him in a while, Trevor. All the more reason to drop by. Okay. Another chapter of the lost descended on this fine town. Look at them mourn, maybe revenge their dead. I was thinking me and you could pay our respects. Trevor, я уже один раз уничтожал их там всех, байкеров. Но не записалось, да. Есть такой косяк. Не записалось. Ну, надеюсь, сейчас записываюсь. Запись не есть. Также ссылка на донат внизу в описании, кто хочет помочь. Жесткие, быстро я себе уже взял, но надо менять видяху. Ну, заборы продолжаются. Надо его собирать. Жалуйся. Вот это все люди, которые там. Теперь вот этих как бы уничтожишь. Вот так. Думаю, нормально сработал. Машина еще копался, точно помню. Вон они.
давай. Некогда с вами, ребята. The house I must have been paid for with my dead friend's stashed millions. I'll show you a fucking mind. I didn't mean anything by that, P. Trevor, lube up your eye hole, fucker, because I'm gonna fuck your tiny mind. Get the fuck out of here. Go dig yourself a grave. Please, Trevor. Осталось ждать совсем немножко. Are we nearly скоро there буду. Yet? No way. Немножко. Are we nearly there? You keep this up, you're not gonna get there at all. Can you tell me a story? No, Wade. Let's play a game then. You go animal, mineral, or vegetable? I'll go first. I'm nanotechnology. You're what? Поворот. Damn it. I gave it away. Okay, this boy, he had all the talent, charisma, and guile that a boy could have, but he didn't know what to do with it. He should become a baseball player. No, he shouldn't, because he's not a fucking sellout idiot. Or hockey player. He did for a while, but his coach accidentally had a stick jammed up his ass. What could he do? Самое что интересное, мы опять едем влево, приедем только ночью туда. But Trevor! По-моему, так. That giant sprawl, Los Santos. На. Ничего страшного. Правила и нужны для того, чтобы их нарушать. И ничего смеяться. Нет, не мертв. Я себе охренительный бронежилет купил. Вон, я, кстати, каску еще одел. Он, кстати, в каске еще вот так вот. Сын казачий, а не хвост собачий. С магиом. Надо было на самолете, что ли, там проще было, наверное. Приземлились бы там. А тут можно по встречке ехать. На, он велосипед даже сбил. Не. Это был хороший трюк. Ну я-то ладно. Но это-то тело же тоже пострадало, он сзади, который я вез.
Правила не нужны для того, чтобы нарушать. В жизни ты такого в жизни не сделаешь. Ну это там. По двойной сплошной ты тебе будут пересекать туда-сюда кататься. По сплошной, по полосе. Доезжают шальни все. Из Черкизова в Кузьминки. Опа. Ну вот мы и приехали в город. А нет, смотрите-ка. Ночь не настала. Наступает ночь. Почти 10 лет прошло, но еще денек-другой ты уже всяко потеряешь. Сяда тут, старина, обманщик хера. Я по тебе скорбел, а ты даже не умер. Ну и дальше приписка. Мат. Был моим лучшим другом. Ну ничего, скоро я приду и макну тебе головой в говно, говнюк. Господи, что это за друг у него такой? Лос-Анджелес. Не, Лос-Анджелес. Звучит как Лос-Анджелес. Это же выдуманный какой-то город. Лос-Айрес какой-то. Вау! Она же дух захватила, блин, на его. Where were we? Ах, you were saying what he could get. Мотоциклом-то. Не знаю, откуда пропасть. Неизвестность. Так, поехали к твоему брату, будем жить там. But he could fly planes, this kid. So he signed up to the Air Force to fly all day long and bomb villages and maybe just maybe drop the nuke. And it was all going well until one day, just before he got his wings. An evil witch in charge of psychological evaluations told him he was unstable. Oh, что-то мотоцикл мне понравился. That's terrible. В плане управления вот так вот кататься-то. Sent him into a deep pit of doubt and despair. And just then, just as he hit rock bottom, he met a fat, silver-tongued troll under a bridge. That's cool. What was your troll's name? Mike. Michelle. A lady troll? Yeah, he had tits like one, but no, he was a boy. Michelle is a funny name for a boy. Прогрузка. Funny boy. He sat under his bridge, robbing anyone who passed вот by. Sometimes he'd go into town and rob the shops and inns and such. And he persuaded our hero that maybe he should rob people too. And you know what? На тебе машину. And you know what? Little Trisha did rob people. And little Trisha was good at it. Блин, я думал, что полиция едет. And they lived happily ever after? For a while, until the troll met another troll in a strip club, and they fell in lust, and he bought her a pair of fake troll tits, even bigger than his real troll tits, so she could make more money stripping, maybe a little on the side without call work, but you didn't hear that from me. Wow. And then she pushed out a pair of little trolls, and the big bad troll under the bridge went soft. Hold on, what? So little Trevor made a new friend called Brad, and he was thinking about cutting Mike off when it all went to shit, and Mike got killed and Brad went to jail. Did all the names just change, or am I missing something? Shut up! And then the fat ugly troll came back from the dead, and the news picked it up. Our hero decided to go out looking for him. I'm sort of following it, I think. But what happened in the end? Wade, we do not know. Почему я не могу запрыгнуть? Я хочу сделать этот трюк. Дело принципа. Вот так. Заедем в наш любимый магазинчик. Сюда. Где он? Где-то тут. Давай. Жди меня здесь. Ох ты, как у тебя тут все образовалось. Ну давай посмотрим, что за ассортимент у тебя. Недоступен.
Ладно, давай хотя бы броник туда. Стандартный, сверхлегкий. Сверхтяжелый. Ну пошли, пошли, я уже завел машину. Сидишь там, мяфа. Садись. Поехали. I'm seeing it on iPhone maps. I'll give you directions. Опять не прогрузилось. No, this ain't right now. Чуть-чуть осталось. You don't turn here. Где дом блокнот? Вот он. This is the place, I think it is at least. Все, навестим брата сейчас. Floyd! 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 It's up here, Trevor! Господи, у меня каска каждый раз разная, что ли? Floyd, it's me, Wade! Who? Me, Wade, your cousin! Who? Your cousin! Fuck! He's come to visit не you, you rude fuck. Now get up off the floor and fix me a fucking drink. Тебя еще кто-то. Oh, you wait. Итак, его собственность теперь стала моей. No, и теперь у меня тут here. Есть дом. Жалко, here. Что нельзя из дома в дом прыгать. Хотя, может быть, такая функция есть, может, я ее просто не пользуюсь. Ну давай, выпить, вытащи. Ну что ж, теперь вы можете использовать квартиру Флойда в качестве убежища. Здесь можно сохранить транспортные средства, паркуя их у дома. Конечно. Ну что ж, на этом все. Подписывайтесь на мой канал. Ставьте лайки. Увидимся в следующем видео. Пока.